Суд приговорил застройщика снести строение добровольно, однако он этой возможностью не воспользовался. Теперь здание демонтируют в принудительном порядке, а собственника должны взыскать 4 миллиона рублей. Ровно столько стоит работа по сносу. За период 2013 года снесено около 500 объектов. Это объекты как и маленькие, так и большие, большой этажности, там свыше 3 этажей. В остатке в настоящее время находится около 300 исполнительных производств о сносе самовольных строений. Но служба судебных приставов поставила для себя задачу все те исполнительные документы, решения суда, которые были возбуждены до 1 мая, будут снесены до 1 ноября к дню службы судебных приставов. Что касается дел, поступивших в производство после 1 мая текущего года, скорее всего, они будут законсервированы. Эти здания снесут уже после Олимпиады.